такая распаковочка небольшая. Четыре мелкие посылки. Тише! Что у нас здесь? Иди! Не сядь. Так, приехали колодки. На тормоза. Хомутиком скреплены. Надо посмотреть, в каком состоянии мои колодки снять. Спереда хотя бы. Колодочки. Так, это приехали аккумуляторы на фонари, которые у меня на шлеме стоят и которые сзади стоят. То есть, ну, запас, чтобы был, чтобы одни заряженные, чтобы их с собой комплект возил. Допустим, сели, раз, быстренько поменял в дороге. Все, дальше. ЮПРСТ, блядь. Кто ж, сука, так уложил-то, ёбаный в рот их, блядь. Взял, обрезал, блядь, кусок провода. Короче, красные диоды, я не знаю, в каком они состоянии. То есть, как они светят, это мы проверим. Если ярко светит, хорошо. Сзади их поставлю. Стоп-сигнал. Блять, провод отрезал нах. Это щетки. Чистить кассету. Все. Разбираем. Так, нам нужно будет здесь убрать, эти шайбы поменять. Все равно мы все это дело снимаем. Да еще вроде как живые колодки-то. Вот это одна немножко, да, уже потоньше стала. Это перед. Жопа, думаю, будет уже похуже. Ладно, сейчас снимем. Здесь разожмем хомут. Выдернем. Так, вот это вот новые колодки. Это новые. Это старые. Одна колодочка вообще конкретно подъедена практически до железа. Но перед, ладно, нам жопу надо смотреть. Ну, вот колодочки вставил, поршеньки вдавил. И колодочки стоят на месте, зашплинтовал, собираю обратно. Ну все.
немножко, чуть-чуть. Ну это из-за того, что, блин, диск кривой. Тем не менее, ручка сейчас, ход маленький вообще стал. Был-то вообще почти до конца, сейчас уже маленький стал. Так, ну вот и задние колодочки. Одна колодка вот так сточена, практически в ноль. И вторая, естественно, чуть поменьше, но тоже в ноль. То есть задок вообще в ноль весь. Конченый. И поставим новые сейчас. И все. Колодочки поменял. Теперь все нормально. Будем тестировать на скрипы, на всю эту херню. Уже когда поеду. А так да, колодочки, конечно, ничего своего не отходили. Свое не отходили. Тут же железо стало стирать. Здесь совсем тоненькое. Напереди немножко вроде получше. Да, перед нормальный. Вот здесь вот неровно стерлось, потому что не отрегулированы были. Перед не так сильно, жопа сильнее. Это из-за того, что сзади больше грязи, от этого стираются быстрее. Вот. Немножко помыл кассету. Ну как помыл, блядь? Толку нахрен, от этого надо, короче, наплевать на подшипники нахрен. Поеду на мойку, на керхером. Кассету отобью. Тут весь, вся вот эта маслянисто-пыльная вот эта херня. Один раз мою, здесь отмою тоже всю. А там будь что будет. А то, блин, пишут. Там нельзя, под давлением нельзя, то нельзя, все нельзя. Да насрать. Помою, блядь, как следует один раз, нахуй. Чего не будет. Ну, если будет, то и хуй не. Сейчас надо будет аккумуляторы зарядить и...